Алло, блядь. Здорово, пацанчик, блядь. Штаб Жнецов, блядь. Мы выезжаем на дело, блядь. А, местные жители, осторожно, блядь. Мы летим на дело, нахуй. Не пизди, сука. Не пиздец, блядь! О, блядь, я не думал, сука, что здесь прям дома сразу. О, фу. Вот такие вот дрифты. Вот такой крутящий момент, блядь. Момент. Момент умора. Штаб каких-то тараканов. А, сука, я хочу туда к тараканам, блядь. Штаб какого-то... Или штаб Жнецов. Ладно, поехали в штаб Жнецов. Первое наше дело. Мы находимся на острове Панама. Сука, ну это хуйня в другой стороне. А, я не хочу объезжать, блядь. Мы поедем через лес. Сейчас у нас режим выживания. Так, отлично. Кто там? А, сука, так все свои. Здорово. Здорово, хуй. Дай мне, блядь, работу. Стоп, а это кто? Почему этот хороший, а этот плохой? Ничего не понятно, ладно, выясним. Здорово, пацаны! Как же туха, блядь? О, малыш, это ты? Привет. У нас все заебочек, блядь. Присоединяйся. Тут дури дохуя. Я тебе вроде бы ничего прикинулось. Давай-давай. Здесь бильярд, шашки, шахматы, блядь. Погоняем, поиграем. Слышь, хорош, ты меня заманивай. Да ладно, не пизди. Пойдем. Куча денег, пойло. Тихо-тихо, все спокойно. Давайте с самого начала, потихонечку. Не все сразу. Что за хуйня тут происходит? Я привык работать по-чистому. Грубо, но чисто, бля. Пришел, увидел, победил. Давай рассказывай, какие там у вас проблемы, я все решу, на все разрулю. А шашки домино и, блядь, и бильярды, это уже не по моей части. Сами тут колбасить, бля. А девочек у меня тоже хватает. Хорош пиздец, короче, малой, давай, сейчас, бля, прикинь, сейчас войдешь в нашу мафию, банду, все будет вообще ништяк, заживешь, блядь, полной жизнью. Спасибо, спасибо, я уже, блядь, живу. Так что мне похуй то, что ты там, блядь, базарила. Слышь, ты много на себя берешь, ну давай, не хами тут. Видишь, сколько тут мужиков нормально. Давай, погнали. Вау, блядь, нихуя мы на таком вертолете, блядь. Чё ты там пиздел, сука, в подвале, нахуй? Хорош, нахуй, я работаю под прикрытием, блядь. Ты меня чуть ли не сдал, нахуй, с потрохами. Там эти все пидорасы чуть не охуели, блядь. Надо двоих завалить. Я ж знаю, что ты меня любишь, сука. Мы с тобой с третьего класса вместе учились, помнишь, блядь? 440-й школе нам. Чё, забыл нам, петуха? Я тебя башкой, блядь, в сортире мочила нам, помнишь? А, сука, всё забыл, блядь. Чё, прихуел нахуй? Да, это я. Опа, нахуй. А, блядь! Ты чё тут? Кто на нас, нахуй? Захват опорного пункта. Бля, го-го-го. Охранять меня, пока мы не попадём во внутреннее помещение. Нахуй. Кидаем первый салют. Погнали, бля, хорош базарить, блядь. Йоу, вперёд. Нахуй, все, блядь, нахуй! Я сказал, тут пацан со мной бежит, его на охранять, он только что мне сказал, блядь. Так, 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 быстрее, быстрее, что берем, что не берем. Ты че нахуй? На, нахуй, отлично. Па. Завали ебло, нахуй. Что-то мне тут уже такой базарик, говорит, блядь, там нахуй надо что-то, блядь, там захватить опорный пункт. Так, 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 мне надо взять этот лучше. Пошел нахуй. А что если я просто на тачке въеду? Просто, сука, въеду на тачке, просто там пизды. А, отлично, блядь. Что, сука, никто не ожидал тут от меня такого появления? А, нахуй. А, нет, блядь. Сука, меня порвало, блядь. Гоу-гоу, малорик! Давай, чё ты стоишь, тебя еза, погнали за мной, сейчас я покажу вам, как надо правильно, бля, обращаться с оружием. А, сука, меня перекинуло. Я дерево завалил, нахуй. А, сука, у меня нет патронов. Что дальше делать? Что делать, когда нет патронов, блядь? Отлично, блядь. Мы разлохматили бабушку, блядь. Давай, нахуй. Так, так, так. Чё мне взять? Пацаны, посоветуйте, чё лучше взять, нахуй. Так, отлично, блядь.
Здесь все взяли, здесь все взяли, нахуй. Здесь починили, блядь. Давай, не пизди, малой, нахуй. Я на тачке, я домой, блядь. Блядь, ну-ка, сука. Завали-ка ты пасть, блядь. Сука, куда ты поехал-то мимо? Да ебаный карась. А, я не могу попасть никак, блядь. Я на машине не попадаю в людей, нахуй. Сука. Нихуя себе, мне не попасть вообще вас. Да ты заебал уже, ты чё нахуй? Да ну, блядь, проще, короче, вас так завалить. На, сука, на. А, блядь, меня опять расхуярил. Эй, китаец, дубль 3, погнали. Сейчас я вам покажу, как надо драться, блядь. Охранять меня, пока мы не пошёл нахуй. Внутреннее помещение. Там я смогу попасть в систему, взломать коды доступа и захватить эту станцию. Мы выдвигаемся. Скорпион, помни, меня надо охранять. Так, отлично, отлично. Давай, китаец, быстро подтягивайся сюда, узкоглазый, сука. Бегом, бля. Хоп. Собираем патроны. Так, быстро пригнись, бля. Пригнись, я сказал, бля, сука. Штурмуем следующую баррикаду, товарищ. Давай, давай. Штурмуем быстренько следующую хуйню. Погнали, я поверху. Я буду в качестве этого, блядь, как он называется. Скорпион, проберись туда и открой его изнутри. Хуя, бля, он говорит, Скорпион, давай-ка быстренько, блядь, туда нахуй. Разъебашка их там всех изнутри. А, падла. Так, где открывается? Где? Блядь! Сука, олени, вы меня кинули, блядь. Я не знаю, как куда здесь, где как открывается. А, нихуя у него авто. Смотрите, какой у него лежит автомат, пиздатый. А это дробаш. Это всего лишь навсего дробовик. Так, контрольная точка, вот она. 3-1-4-3. Отлично, погнали, блядь. Давай, узкоглазый, дуй сюда. Агент 007, блядь. Быстренько. Быстренько, суки. Не отстаем, не отстаем. Ха! Блядь. Ломаем деревья. А, задание провалено. Какого хуя? Задание провалено. Нет! Давай, пацаны, нам подбегай, бля! Кто нам? Ну-ка, нахуй, блядь, сейчас я, блядь, покажу нам, кто в доме хозяин. Где папка, блядь? А, папа, на, сука! Отлично, есть контакт, блядь. Можно я останусь за этим пулеметом, а? Хуй с ним. Пусть завтра это будет ракета, бля. Мне понравилась пушка. Орудийное гнездо. Скорее. Орудийная залупа, бля. А, сука, я не успел.